Итак, всем привет. Решил потаксовать. Таксую на Лексусе в экономе. Почему в экономе? Да потому что машине уже 12 лет. Вот. Сегодня суббота. Вчера я посмотрел, что в пятницу где-то в 12 часов хорошие коэффициенты горели. Наверное, надо было работать допоздна. Ну ничего, мы сейчас посмотрим, что у нас. И сегодня вечером тоже должно быть хорошо. Так что поедем сейчас. Регистратор развернул. Как бы, я не знаю, правильно, неправильно. Ну, чтобы писать, может быть, интересный контент получится и в салоне. Так-то у меня есть экшн-камера. Да что-то там SD-карты испортились, что ли, не форматируется. Короче, надо новую SD-шку покупать. Ну, а так сейчас поедем на гибриде. В комфорте, с экономным расходом топлива. Сейчас запущу. Первый заказ приму и поеду. Ну, наконец-то вышел записать видео, так как нахожусь на... ездил в соседнюю деревню, отвозил девочку, подростка. Вот. Когда заказ принимал, честно говоря, не видел, что надо ехать 17 километров. Ну да ладно. А так, время было 9 часов, уже коэффициенты погасли, а тут смотрю такое, ну, с небольшим коэффициентом, ладно, взял, хотел домой поехать, чайку попить, сегодня суббота, думаю, еще пару часиков поработаю, а так у меня получилось 27 заказов, 4000 грязными получилось, да? Да, вот. С завода были хорошие коэффициенты. Ну, люди, те, кто заплатил дорого, наверняка не пожалели. Скажут, зато, блин, даже не комфорт, это... Если брать комфорт, это типа Весты, Солярисы, а тут целый Lexus в максимальной комплектации. Тут, блин, как минимум комфорт плюс, да? Только погоду не подходит. Ну и класс автомобиля, конечно, небольшой. Ну а так, в принципе, два человека здесь спокойно, без проблем сидят. Вот. Купил я кресло сегодня. Ну, как кресло этот, как его? Бустер, да? Бустер купил. Кресло я не буду покупать. Бустер купил после этого случая, когда провез ребенка. Ну, так получилось. Кстати, мне сообщение пришло от Яндекса, что они в курсе, что пассажир был с ребенком, а проехал на обычном тарифе. Ну, это, я думаю, что из переписки узнали, что вот, и сказали, что мы накажем ее вот так вот, чтобы деньги платила больше, не хитрила. Ну, она, в принципе, не хитрила, сказала, что нет машин. Ну, да ладно. Подключили мне этот, ну, там, фотку сделал. Бустер, оказывается, не знаю, какая доплата с бустером, наверное, рублей 50, а с креслом, так я посмотрел, хорошая доплата. Так что вот, время сколько, 20 минут 10-го, минут за 15 съездил я, да, в один конец. Сейчас приеду, перекушу, отдохну, посмотрю на карту, если горят коэффициенты, поеду еще покатаюсь. Ну, честно говоря, я бы уже прекратил. Не знаю. Спать я, наверное, все равно не буду. У меня какое-то психоэмоциональное расстройство с этой работой в такси, блин, я не знаю. Видимо, мне нравится пока работать. Если я думаю, ну, катаюсь, пока катаюсь, да, на хорошей машинке.
с кайфом катаемся. Денежки. Тяжело зарабатываются деньги. Ну, когда они зарабатываются. Отвык я от этого, когда деньги капали мне хорошие, пассивно. Но я еще не унываю. Вернется то время, когда у меня будет пассивный доход. Ну, такси, возможно, даже на выходной 1-2 дня вот так вот контентик какой-нибудь запилить. По-хорошему надо этот поставить камеру, а то я сейчас пишу на этот видеорегистратор, развернул. Не знаю, что там получится. Буду видео делать. Если в ролике будут кадры, значит будет. Нет, так нет. Там карта памяти особо-то небольшая, в принципе. Вот. Ну, там видно будет дальше. Ну что, продолжаю работать. Кончается бензин. Еду на заправку. Расход 5,7, был 5,6. Короче, в районе вот 5,5-6 литров получается расход. В основном город. Пробег. На трассе может быть поменьше. Ну вот и все. Закончил я смену. Половина первого. Коэффициенты погасли. Итого, заработано 6000 грязными. Пробег 270 километров. Немало, немало. Такая вот была смена. По часам не могу сказать. Часов так, наверное, 10. Наверное, да, 10 часов. До следующих встреч, уважаемые таксисты и просто зрители. Подписывайтесь.